С 13 по 18 марта в Ханты-Мансийске пройдет этап 8-го кубка IBU по биатлону. Эти соревнования наш регион примет впервые. В них будут участвовать около 200 спортсменов. Как сообщает телекомпания «Югра», предварительные заявки уже направили 11 стран. Болгария, Хорватия, Испания, Эстония, Финляндия, Италия, Молдавия, Сербия, Словакия, Швеция и Украина. В программу соревнований войдут три дисциплины. Это гонка, преследование, спринт и впервые суперспринт. Сейчас мы проверяем готовность своих сил. Прежде всего, смотрим оставшиеся недоработанные моменты, какие у нас существуют, чтобы мы могли, как всегда, качественно, на высоком уровне провести эти мероприятия. Впервые будет проведена гонка «Суперспринт». В рамках Кубка IBU опробована новая гонка. Это предварительные пробегут на 800 метров, отстрелят лежа, 800 метров стоя и 800 финишный круг. И штрафной круг будет 75 метров. А уже в финале, куда выйдут по 30 гонщиков мужчин и женщин, будут уже бежать круги тоже 800 метров, но будут две лежки и две стойки.